Ну что Подожди, это я... вообще? Давай рисовать уже. Знакомьтесь, это мой новый тату-мастер. Я мастер. Мастер-фломастер. Мы, короче, с Женей решили, что он унылый, у него скучная рука. Это будет красно-желто-оранжево-зеленый-фиолетовый. Его рука больше не будет скучной. Может быть, Жене так понравится, он решит их забить в цвет. Мы будем все-все разрисовывать? Я как будто бы Мальберт. Нормально, он меня взрослая женщина назвал. За такие шутки в зубах бывают промежутки. Пошли, выйдем. Что? Я не знаю, какой цвет. Мне не придется тратиться на раскраски. Но мне кажется, детям это прикольно, кстати. Ну, мне прикольно. Короче, знаешь что? Это будет каждый охотник, тут будет желтый, живая динамика, где сидит фазан. Она будет сейчас радужная. Киском пиз, киском кис. Что, все что ли? Да. Кто тут мастер, фломастер?